Всем привет! Сегодня начинаем долгожданный наш комплекс с фитнес-резинками. Я их заказывала на AliExpress. Вам уже рассказывала, что они есть также в фикс-прайсе. У меня их три. Они различной степени натяжения. Розовая самая такая, скажем, легкая, фиолетовая посильней. И самая такая тяжелая, это зеленая. Я, пожалуй, буду тренироваться с фиолетовой сегодня, скажем так, среднячок. Вот. Сегодня будут упражнения, направленные на нижнюю часть нашего тела с резинками. Поехали. Итак, первое упражнение. Резинки надеваем чуть ниже колен. Опускаемся на локоть. Очень похоже упражнение на боковую планку положения. Приподнимаю. Единственная разница, колени у нас лежат на полу. Руку ставим на пояс, второй держим корпус, колени на полу, корпус не запрокидываем, корпус ровный. И начинаем качать коленочку в сторону. Поехали! Прямую.
полностью корпусом лежим на полу. И работаем ножками.